О, сундук. Подожди, так я же его открывал. Нет, не открывал. Странно. Он зарезался. Внимание всем бойцам. В воздухе был обнаружен кетч с эфиром. Опа. Я его вижу. А, нет, Один не он. наверху. А, вот 2 минуты, 90 метров, да. А, там Вот это. глазик, там глазик. Посмотри на них. Ведут себя так, будто они здесь хозяева. Уничтожь прислужника, и эфира им не видать. Уязвимость, мать твою. А его этот кроет. А чех надо как-то уничтожать, да, там? А, глазик, вот еще один. Ой, сейчас посыпется. Я сдох. Я понял. За секунду тупо взял такой и все. Возрождение. Так, глазики. Ой, ой, ой. А, он меня кинул. Все. С этим прислужником. Мощно. Левел ап. Ну. Кстати, тут сундук. Да, вот он. Так, что мне там упало? О, нагрудник хороший. Где еще сундук ты видел? Не, все. А. Что, давай сюжетку? Угу. Так. Сюжеточка. Слуги, так, пункт назначения. Блять, да ебаная привычка, Эвка, нажимать, сука. Привычка, блять, на Эвку нажимать. Только у меня график нет. В смысле? У тебя дергается иногда трансляция из-за того, что 1080. Не у всех же интернетик-то хороший. Ну, у меня... Мое тебе предложение. Стрим 720. У меня просто... У меня до сих пор интернет шалит. А. Мое предложение. Стрим не 1080, 720. Ну, 720 уже не то. Понимаешь, 1080 не у всех Twitch тянет. Ну. Алло. Да.
О, нормально. Загрузились. Поттер не так думает, что завал бросил ее и других выживших. Если мы тоже уйдем, останься мы здесь, мы бы смогли им помочь. Но если завал и вправду готовит контрнаступление на Титане, мы сможем спасти их всех и отбить город. Что такая долгая загрузка? Ну, вот так вот. Не, я догадываюсь. Дело в другом. В чем? Ща. Да нет, у меня тоже грузится. А, нет, нет, в данный момент невозможно. Я думал, типа, перемещение на землю, и можно выбрать пункт, где высадиться. На планету, точнее, не на землю. Вот. Все так плохо. О, загрузилась наконец-то. Не, я еще гружусь. О. Это уже на планету типа спускаемся. Авангарда. Это борт 723. Мы на подходе. Мы получили ваш сигнал и готовы присоединиться. Страж, говорит Завала. Слишком поздно. Улей заполонил Титан. Безопасно приземлиться не получится. Зря я вас сюда привел. И... А... И все. Ладно, зря заблокирую телефон. Нифига себе. Да, так я, пожалуй, лучше оружие. Нифига, у Протиджа был альбом новый. Наверное. Шлем. Шлемы, конечно, у них стрёмные. Я на это уже реально долго. Типа, блядь, чё? Какого хрена вообще? Единственный радует. Можно сделать вот так, а тебе скучно. Свернуться? Нет. А что? Чатик, посмотри.
пусто пока. Странно. Вроде в социальный чатик написал. В специальный? Социальный. В смысле, в какой? Ну, есть социальный чат, типа Enter и на Tab нажми. Есть боевой чат, а есть социальный. Ну. Ну. Там написал всем привет. А. Да. О. Чё? А, я Tab нажал, у меня просто курсор появился. А, нормально. Блин, ну карта-то уж не такая большая. Чё за хрень? Тиран. Симулятор загрузок. А может мы баг какой-то поймали, ну-ка. Да не-не-не-не-не. Уверен? Да. Это мне уже страшно. О! Чё? У меня звук появился. Какой? Это, конечно, хороший звук. Ого! О! Наконец-то, охереть, блядь. Пиздец, блядь. И ради чего? А, я понял, да. Ради сцен... Слышь? Походу, вот из-за чего. Нам не захватить этот спутник. Из-за чего? Ну, вон, посмотри, водичка какая. Слева то, что? Да, водичка, смотри, какая. Ух. Ух, вообще. Прям а стелла того. А ну, хочу быть, если... Бульк! Я не сомневался. Нужно подготовить флот, вооружить стражей и расшифровать засекреченные сигналы Красного Легиона. Нам необходим доступ к центру управления. Пока, контейнер. Если свет правда с тобой, отправь Юлию обратно в ад. И страж, пожалуйста, будь осторожен. Нет. Она мне сюда. Она мне сюда. Ну ладно. Не, водичка реально хорошая, ладно. Да. Раз тут такая водичка, то я прощаю годовую загрузку. Не понял. Там туда? А. Нет. Страж убит. В смысле нет? А, и правда нет. Подожди, чё? Можешь меня возродить, я сзади. А, сейчас. Ну, чтобы мне не появляться где-то в рандомном месте. Подожди. Чё? Нам наверх. Давай, стреляй! В смысле? Куда стреляй? Я стреляю. Куда стрелять-то? А-а-а! Чё там? Ой, идите вы нахуй. Это что такое, яйца? Так, ты серьезно? Пиздец, блядь. Если бы он не сказал, я бы так не додумался. Да, я тоже не догадался бы. Города титанов Золотого века были гордостью человечества. Мы думали, что они пустуют. Но я недооценил то, как далеко может расползтись улей. Ясно. Ты не допрыгнул? Я не долетел. Какой классный класс. Да не надо. Ну ладно. Я, конечно, ни на что не намекаю, но по-моему... А, ну ладно, хорошо. Со второго раза получится все, я понял. Опа. Секунду. Все? Ну? Ну ладно. Нам сюда. Угу. Полезли. О, зеленый шмот.
Я кулаком пизжу. Я тоже. Слоун, мы видим центр управления. Принято. Продолжайте движение. Командир, при таком темпе мы скоро... Я жду, опять не допрыгнешь. Да не, нормально. Моменты, мы у городских ворот. Если бы это было так просто. А. Ну, вниз. Ты уверен? А, ну да. Да. Ну ладно, ладно. Я что думал, мы отсюда пришли. Ага-га. Сюда иди. Сюда да иди. Слышь, ты куда сваливаешь? На. Ой, зеленый шмот. Ну, мне ничего не выпало с ним. Ай-яй-яй-яй! Я тоже там... А, там наверх все-таки надо, ладно. Я думаю, все, неправильно прыгнул. Так, погоди, мы же... Че, блин? Что за запутанный этаж вообще? Рыцарь! Вообще. Минус рыцарь. Кажется, Улий совершал что-то вроде ритуала. Нужно поговорить с Икорой. Она знает все о магии Улья. Никто не видел Икору и Кейда с тех пор, как мы потеряли город. О! А что это такое? Не понял. Тебе тоже какой-то там... этот пембура, да? Ага. Я посмотрю, потому что мне что-то там дропнулось. Так, это хуёво. Ю, их там. Восемьдесят два, нормально. Так. 80. О, нормально. 90, 40. Че, погнали? Ага. О, погнали. Они по головам очень хорошо идут. Угу. Тихо, ты там кто такой? А, показалось. Опа, привет. Еще шмотка. Хера тут яиц. Отлично. Осмотрите периметр, прежде чем идти в центр управления. Ребята, ну конечно это. Ага-ага. Кажется, мы сейчас в каком-то месте для размножения, Улья. Уничтожьте все. Ловите. Вообще изи. Ой, по головке как хорошо пошло. Ну,
гнездо зачищено. Идем в центр управления. Отлично. Осмотрите периметр, и мы полетим к вам. Сзади два. Да? Патроны нужны? Не, не, нормально все. Фига, это что у меня такое? А, снайперка, я понял. Понял, принял, обнял, поцеловал. Правильно сюда. Да я понял, я так чекну. Ой, хорошо попало. Туповак. Кинул наверх, отскочил и в него прямо. Нормально. Наверх надо. Разлетелись. Я пока обычными займусь. А я пока вот этим. Да куда он убегает-то? Ну? Да стой-то. Понятно. Ясно. Девочка. Командир, миссия выполнена. Чё? Принято. Мы с завалом летим к вам. Понятно. Нормально так. Не ради этого мы грузили, блядь. Ну. Ребят, хороший уровень. Да не, мне кажется, бочек еще будет. Ну, не знаю. Заходим на посадку. Выходи получать свои аплодисменты. Сейчас ты по жопе получишь свои аплодисменты. Ты идешь там? Да-да-да. Я смотрел, сундука нет никакого. Да нет. Ох, чувствую, сейчас будут мощные аплодисменты. Угу. Ага, сейчас загрузим, столько дай. Не, я загрузился. Триумф завершен. Ну, раз уж все так. Я даже не смел верить. Но если свет мог вернуться к тебе, может, он вернется и к нам. С каждым днем нас будет все меньше. Мы не можем себя защитить. Что говорить о выживших? Без света. Можем ли мы звать себя стражами? Командир. Без энергии мы не продержимся. Нас снабжают волновые генераторы. Только Ули их изрядно потрепал. Мы этим займемся. Да, в этом я не сомневаюсь. Меня прокалывал здесь персонаж, который этот. В начале игры еще появляется, там с револьвера всех расстреливает. Огненный-то этот.
Да, мощные. И опять загрузка. Я так понимаю, вот его и схватили, типа этот. Нет, нет. Да, пока в инвентаре полазил. Через тап, что ли? Ну да. Ну через Ай тоже можно. О, нормально загрузился. Так. И куда? А вот туда. Ибо больше некуда. Подожди, пока я еще гружу. Ого. Подожди. Ну-ка. А, ну правильно. Думаю, сила 50. В данный момент невозможно открыть другие задания. А, ну правильно, я тебя, короче, жду. Ну ладно. О. Что? А, да я это задание. Новое задание. Способности. Даже так. Круто, круто. А, нахрена себе. Окей, ладно. Так. Что нам лучше, дамаг или хп восстановление? Ну, дамаг, мне кажется. Дамаг? Окей. Кстати, это еще не все. А, у нас новая миссия. Ну да. Я же тебе про это говорю. А потом заняться. Не, у меня еще уровень не отнулся. Завала, сказал, вы добровольцы? На мне тактика. Смотри. На холиды и техническая поддержка. Операция проста. Так, кстати, на В что используется? На В, во. Словом, мастерица изобразить, что все легко, да? Перезарядка сейчас. Ну. Так, а еще она выглядит вот так, сейчас она восстановится у меня. То есть с эффектиками. Нормально, так нормально. Так.
Ну все, я полетел. Тутуру. А слушай, стой, погоди. Че? Во! Че там? Поле зрения на максимум сделаю. Стоп, вот что у меня, что-то? Кстати, на вышку. Не успел увидеть. Ну еще увидишь. Это силы увеличивается? Да. А, усиливающий раскол, да. Во. Хотя, стоп, не поменялось ли? Да. Поле зрения побольше сделал? Я себе сотку сделал. Не, 105 сделал. Ну, опять базер. Сюда, иди. Это мы привели сюда падших? Ага. Нет, эти стервятники преследуют нас. Неуязвимые опять. Привет. Да блин, ну как? Кого? Че, тебя убили? Нет. Я просто подумал, что это такое. А. Клоун, Аманда. Пулей все заразил. Холидей, придется тебе опять полетать. Нужна воздушная разведка для оценки угрозы по периметру. Ты же знаешь, моему кораблю крепко досталось при эвакуации. Как только дадут свет, обеспечу тебе ремонт вне очереди. Чудно. Ай-я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 й. Чё, хп? Да. Ну, так, чтобы отбежать, восстановиться. Стоп. А, у меня заполнено. Ща, погоди, мне надо что-нибудь разобрать. Че, инвентарь заполнен? Да, по энергетическому оружию. Мы видим преобразователи волновой энергии. Круто, теперь нажмите на кнопку и включите их. Часть поршней заработала, но мы по-прежнему в темноте. Что-то не так. Видно, поршни заело. Прости, дружище. Придется тебе вылезти и смонтировать обходное решение. Все. Бум. Нормально. Блин. Это мина ловушка такая. Бай. Сейчас приду. Да ладно, че, я сейчас воскресну. О, 9 уровень. Нормально. Ну, тоже нормально.
Угу, шмотка. Бум. Че это было? Я тоже не понял. Уф. И все равно не понял. Новый монстр. Ой, иди к сраку. Все, да? Лады, посмотри, что блокирует заевшие поршни. Начнут двигаться, мы в деле. Зачем мне тройной прыжок? О, господи. Я ненавижу этого персонажа чисто из-за полета, серьезно. Просто отвратно. Не знаю, я прямо оттуда долетел до сюда. Прямо вот сюда вот лети просто и все. Я не могу, он мне вниз падает. Во. Все. Да, я вижу, в чем проблема. Улей засорил поршни. Надо их очистить. Первый поршень свободен. Мы его отскоблили. Это все хорошо, но у нас тут все так же темно. Придется тебе еще побыть уборщицей. Блять, я думал, на трубу можно. Нормально. Неплохо, да. Того, иди. Кыш. И все. Да, надо в ту сторону. Ебать, эпик. Пси-термина. Жух. Блять. Что-то мне выпало. Последний поршень очищен. В центре управления все так же. Значит, проблема не только в поршнях. Придется лезть внутрь к предохранителям. Все подключения идут через центральную платформу. Зато вот тебе вот здесь вот хорошие полеты. Ну, такая себе. А, вот кто-то кричит. Колдун? Ага. Сгорелись. Предохранитель должен быть где-то там. Найди его и переключи, как я и сказала. Mm-hmm.
еще нужно разобраться с перехваченными сообщениями. Знаешь, откуда это голос? Какой? Это нам нужно разобраться с перехваченными сообщениями. Ну. Это, короче, это, Фейлау из девишки. То есть это та же актриса озвучки. Я так и думаю, блядь, сука, голос знакомый. Где его, блядь, на постоянке слышал? Нормально. О, опять летим. Угу, и без опять, звука. И опять не загрузились текстурки. Не, а, кораблей-то это. Угу. Так, ну, в принципе, мы миссию закончили. Ну, да, думаю, за чайком тоже схожу. Так, я думаю, уже заканчивать сейчас. Да? Ну, да. Может, еще одну? Да, поздно уже, сколько сейчас? Да, часа нормально. Три. У тебя сколько время? Три. Нет, 2.20. Ну, 2.23. Ну, давай вот последнюю и как раз закончим. Давай, ладно. Сейчас я пока за чаем. Ничего так, видок, правда же? Благодаря тебе мы снова в строю, но дел все равно выше крыши. В первую очередь надо подготовить почву для контратаки на Красный Легион. У меня есть план, но без тебя он не сработает. Во время эвакуации мы перехватили важную передачу Легиона, но так и не смогли ее расшифровать. Холидей сказала, такое оборудование есть в Аркологии, а это, по сути, вражеская территория. Придется действовать вслепую, это место уже несколько столетий погружено во тьму. Мы знаем только, что Улей развел там кипучую деятельность. Но если сумеешь пробраться, приступим к исполнению плана. Ебать, мощно. Нормально. Пока. Ебай мощно. Давай, докладывай. Все будет хорошо. Обязательно. Ага. Ну тогда вот так просто сделаем, да и все. Так, что у нас тут? Вернись к осколку странника в ЕМ-3, чтобы активировать свой под... Все по-прежнему в порядке. Осколку странника. Ага. Окей. Вот сейчас мы туда и полетим. Вулкановая пыль. Чё? А, побеждён враги 50, убийство силовым оружием 3. Бойцов улья. Ну хрен знает, хрен знает.
Я смотрю, у меня прям рука горит. Нормально. Да, хрен что. Внимание всем постам. Обнаружен кетч. Сигнатуры, они выгружают оружие. Я тут. Слушай, зайди в свое снаряжение. Угу. У тебя помнишь, где мы реликвию нашли? Ну. Посмотри, у тебя там есть строчка «Вернитесь к осколку, чтобы его активировать». Да. Значит, поедем сейчас к осколку. Сейчас, погоди, я посмотрю, у меня ничего нового нету. Есть там это, перчатку возьми у нее за задание. Да. Ну, там вещь выбирать. Угу. Ну, к этой доле, да. Я себе перчатку взял. Мощная вообще, пипец. Пипец, конечно. А, то есть одно из трех? Да. Ага. А что, ты сразу все три хотел, да? Много вы хотите, вы, конечно. В следующий раз расположим секретную... Так, а что по контракту? Выкладывай. Задаем жару. Так. Почему не воскресить его? Кого, в смысле? Да чувака там упал он. А. Так, сейчас тогда поменяю. У тебя тело, да? Да. Ну, выглядит эффектно, в принципе. Ребра светятся. Угу. У меня ручка. Да, я заметил. Ну, это я посмотреть, чтобы... А у тебя... А у тебя плаща нету, что ли? У тебя такая это? Да. У меня веревочка. Туника. Че, погнали? Надо все-таки вот эту поменять сейчас. 89, 72, 72, 89. Нормально. А, так. Вот.
Угу. Крайна ЕМ-3, подожди. Что? Вот, осколок странника. Слишком много игроков для этого задания. Я понял. В одиночку? Угу. Обязательно. Ну окей. Взгляд на меня. Выход. Выйдите из группки, да? Выходить из группы надо. Получается, да. Расслабься, расслабься. Всё. Вас выгнали, блядь. Че? Вас выгнали. А. Блядь, я гружусь. Бля, обидно. Так ты на М сразу нажми на осколок. Слышь? А. На этот, на осколок. А, сразу. У меня ничего не это. А, вот, все. Это в горнило надо, да? Нет, на землю. Зачем? Но там осколок странника. Там фиолетовый прям такая-то будет. А. Да, все. Ну, опять загрузка 300 лет. Ну, погнали нах. Вот это прикол. Угу. А, не, смотри, загрузился уже. Ебать, Марина еще до сих пор стримит. Ни хера себе. Серьезно, блядь? Попробуй обновить страницу. Опять нет, опять она в комнате стримит до сих пор сидит. Ну ладно. Давай посмотрим, что нам удастся найти. Ну, давай посмотрим, что нам удастся найти. Ну да. Так. Хотя, понимаешь, они могут просто сидеть. Угу. Ни хрена себе. Чихая. Я гляну. Что такое? Портал? Не понял. Откуда портал? К этой обстановке надо привыкнуть. Не знаю. Вот видишь? Ты сейчас увидишь. Вон там, там свет. Так. О. Так и тянет появиться в башне и насмехаться над ее. Да, они в GTA-шке до сих пор. Нормально. Когда не сплю, я танцую. Прикол. С тенью и свет. Потому что они в GTA. Когда не сплю, я никогда не умру. Я никогда не умру. Я хочу спросить их. Вы соблюдали свои законы, и они привели вас в это чудовищное, жуткое место. Какой от них был толк? Но меня ждут дела. Ира в Трики Тауэр сыграет. Осирис! Я зову его. Осирис! Осирис! Ты меня слышишь? Ну, видимо, мужик выговорился. О. Странник появился из пустоты, которая окружает.